Черт, это реально настоящее зелье вампира! Реально цвет крови, господи! Ну не спасет! Че твори, бро, меня зовут Церкви Орнис, и бро, срау уже, переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банде! Самый лучший бой на ютубе, ведь бро, придет время, супер-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банде! Самый сильный бой на ютубе, бандит! Конечно, банда, сегодня со мной видео снимает Настя! Да. Бандиты, сегодня мы пьем новое зелье из Даркнета. То зелье, которое вы не просили, но я решил, что его выпью. Эта банда будет самое необычное зелье, потому что сегодня мы пьем зелье вампира. Только вдумайтесь, это реальное зелье вампира, черт. Окей, бандиты, вы готовы увидеть это зелье, потому что оно выглядит вот так вот. Черт, это реально настоящее зелье вампира. Просто посмотрите, здесь даже свисают эти нитки, господи. Банда, мы реально сегодня выпьем это зелье вампира. Но прежде, банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. Эй, супер-банда, мы самая сильная банда на ютубе, значит, что правильно! У нас должно быть самое большое количество лайков. Банда, я сварю новые зелья из Даркнета по рецепту, который я тоже куплю в Даркнете. И вы сможете его тогда тоже повторить. Но тем не менее, банда, мы ждем 3 часа ночи, чтобы выпить это зелье из Даркнета. Погнали! О, банда, когда я прочитал, что может сделать это зелье, я был реально в шоке, потому что, банда, это зелье дает практически бессмертие. Моментальную регенерацию урана, только в случае света. Но один побочный эффект, я боюсь солнца. Это реально страшно, супер-банда. Зелье скорости, зелье бессмертия, все это в этом зелье, супер-банда. Банда, также еще я могу буду читать мысли. То есть я могу читать мысли обычного живого человека. Это реально шутка, супер-банда. Это мне дает покой, потому что это все же одно из самых опасных зелий. 5-е зелье по опасности, супер-банда. Еще, банда, у меня нету крови. То есть, если меня просто порезают простым ножом, у меня не будет течь кровь, я бессмертный, банда. Окей, Настя, если вдруг я буду на тебя нападать, возьми обязательно чеснок и святую воду. Это должно как минимум помочь хотя бы немного быть тебя оберегать. Особенно чеснок, и сделай амулет из него. Это тебе реально поможет. Ух да, банда, вам не послышалось. Мы реально сегодня снова пьем зелье из Даркнета. Я снова вернулся к этим зельям, как вы помните, банда, в одном из прошлых видео я выпал зелье зомби. После чего я пообещал себе, что больше никогда в жизни не буду пить зелье. Потому что это зелье, банда, ну реально было опасное. Мне все еще болят глаза после того зелья. Я как будто все еще иногда теряю голову. Черт, это реально было опасное зелье. Но тем не менее, банда, мы все-таки купили зелье вампира. Вы только вдумайтесь, вампира. Огромные зубы, клыки, полностью бледная кожа. Это реально должно быть супер мистический, банда. Именно поэтому, банда, я покупал это зелье, потому что надеюсь, что вам понравится это видео. И знаете, что, банда, наверное, это зелье я не буду пить здесь, потому что просто зелье зомби, когда мы пили, меня чуть ли не вырвало от него. Мы пили его в ванной. И это зелье, мне кажется, тоже не слишком хорошее, поэтому я предлагаю его же тоже почти пить в ванной. Направляемся в ванну, супер, банда, пить зелье вампира. Окей, банда, мы на месте, как видите, мы в ванной под раковиной, если что. Что ж, банда, сейчас на ваших глазах я открою это зелье и посмотрим, какое оно себя представляет. Потому что, банда, в этой бутылке не особо видно, какое это зелье. Окей, что, супер, банда, о, посмотрите. О, господи, здесь так трудно открывается. Я открыл зелье, банда, что ж. Черт, фу, оно таким кислым воняет, банда. Это реально какое-то вонючее зелье. Окей, банда, тем не менее, теперь давайте посмотрим, какое же оно на вид. Потому что здесь оно просто какое-то черное, окей. Что ж, посмотрим. Так, банда. Господи, просто посмотрите. Оно такое красное, господи, это просто жесть. Мы все же выпьем это зелье из Даркнета, зелье вампира, господи. Окей, банда, специально для этого зелья нашел вот такой вот стаканчик. Вы просто посмотрите, как же он мистически выглядит. Да еще для такого зелья, зелье вампира, которое реально мистическое. Окей, супер, банда, на ваших глазах наливаю, черт. О, господи, вы это видите, банда? Разве ты это видишь? Реально цвет крови, господи. Окей, как я знаю, банда, вампиры питаются кровью. А Настя еще есть рана, супер, банда, Настя, покажи. Это просто жесть. Если я чувствую запах крови, то могут быть огромные проблемы. О, да, я выпил! Я немного выпил, ты это видела? Да, видела! О, господи, посмотри, оно реально такое красное, черт, здесь посмотри, сколько его! Фу, банда, все-таки выпил это зелье! Вот какая оно вонючая, невкусная! Было, я все-таки смог его выпить! Теперь чем что же будет дальше, господи! Что, Сереж? Не знаю, почему ты начала резко пить глаза. О, черт. Прям как зелье зомби. Сереж, тебе плохо? Да нет, вроде бы пока что все на... Нет, все неплохо. Господи, да что не так? Пошли, черт. Может, в комнату? Давай, скорее идем, черт. Пошли, пошли. Ну как ты, Сереж? Не знаю, очень сильно глаза, блядь, прям как зелье зомби. О, черт, и еще немного голова кружится. О, господи, отчай. Может, скорую, Сереж? Нет, ты что, что мы им скажем? Не знаю, но я волнуюсь. Черт, господи. Я чую запах крови, Настя. Ну, у меня же рана. Да, рана. Я ее чувствую, покажи.
Ой, Сереж, не надо. Черт, ай. Какой-то странный. Да нет, все нормально. Это просто зелье. Оно похоже начинает действовать. О, черт. Сереж, Сережа, эй, Сереж. О, господи, нужно пойти взять святую воду. О, господи, Банда, вы видели? Он просто упал. Я не знаю, что делать. Я возьму святую воду и побрызгаю на него. Не знаю, поможет ли это. Я так не люблю, когда мы пьем зелье. Еще и моя рана. А если он на меня набросится? Это очень страшно. Так, ладно, Банда, нужно идти по святую воду. Я немного набрала святой воды. Это все, что у нас осталось после этих зельев. Нужно быстрее пойти помочь Сереже. О, Сереж, он все еще лежит. А почему он перевернутый? Ты же не так лежал. Значит, он уже присыпался. Сережа, также взяла на всякий случай с собой чеснок. Я слышала, это помогает от вампиров. Сережа, Сереж, переворачивайся. Давайте попробуем сделать что-то с помощью чеснока. Сережа, Сереж. А-а-а! Сережа, как ты себя чувствуешь? Лучше. Господи, Сереж, все хорошо? Да. Ты же помнишь меня? Да, Настя, я тебя, конечно, помню. А, какой яркий цвет. А, черт. Что-то болит? Нет, все нормально. Хорошо. Что? А, пусти, пусти. Черт, прости, я что знаю. Что с тобой, а, Сереж? Там, я чувствую запах крови. Я хочу есть, черт. Сереж, перестань, пожалуйста. Не надо. Я тебя прошу, не надо. Сереж, не надо, я тебя прошу. Не надо, все хорошо, точно? Я не хотел тебя трогать, прости. Хорошо. Ай, пусти. Сережа, я тебя прошу, успокойся. Я спокоен. Сереж, что с тобой? Ай, пусти. Сереж, мне придется пойти на крайние меры. Все нормально, успокойся, убери это. Если будешь подходить, я тебя его натравлю. А, да все нормально, успокойся, убери это, пожалуйста. Ты уверен? Убери. О боже, куда он пропал? Это что, чеснок сделал? И что, я его теперь не увижу никогда? О боже, Супримбанда, я не знаю, куда он пропал. А вдруг я его больше никогда не увижу? Вдруг он пошел каким-то другим вампиром? Вы видели, как он меня хватал за руку? Было очень больно. Эта рана его очень сильно привлекает, потому что здесь все еще есть кровь. Это просто жесть, я уже не знаю, что делать. По идее, зелье должно перестать работать после 3 часов ночи. А что, если он не будет дома, и он заблудится, и я не знаю, где он? Я уже реально не знаю, что делать. Эти зелья явно добру не приведут. Нужно пойти его куда-то искать. Банда, знаете, что я подумала? Что если из этого чеснока сделать амулет? Я думаю, он будет меня оберегать от Сережи. И вот что я сделала. Я надену это на шею, и оно будет меня оберегать от вампира. Чтобы он хоть на меня не нападал. А то если он меня укусит, я тоже стану вампиром. О, господи, Банда, я не знаю, где она. Что если он реально уже не в доме? Радуюсь, что у меня есть чеснок, и он меня спасет. А, Сережа! Привет, Сереж! Пока! О, господи, Супримбанда, вы это видели? Это был Сережа! Боже, куда он делся? Я не знаю! О, боже, что это было? Вы видели? Это был Сережа! А где он делся? О, господи, где Сережа? О, нет! Чеснока нет! О, боже, опять они в безопасности! Я не знаю, что теперь делать! Боже, у меня большие проблемы! Я не знаю, что делать! У меня пропал чеснок! Я не знаю, где Сережа! Не знаю, куда он делся! Не знаю, что делать! Боже, я не знаю, где его искать и где он может быть! Может, он в ванной? Сереж! Сережа! Ой, Сереж, ты еще не превратился назад? Конечно, нет, мне же хорошо быть вампиром. Сереж, ну перестань, ну пожалуйста. И что ты сделаешь? Чеснока у тебя нет, святой воды у тебя нет. Ты просто беззащитна. Я запросто смогу с тебя выпить всю твою кровь. Ну, пожалуйста, почему с меня? Сереж, я же подруга твоя, Настя. Хочется быть вампиром, быть бессмертным, так мысли обычных людей. И самое главное, пить человеческую кровь. Разве это не превосходно? А, ну что, ты готова? Сереж! О боже, Супримбанда, я не знаю, что делать. Нужно быстрее убегать, он очень быстро меня схватит. И все, и будут большие неприятности. Что это? О боже, это же чеснок. Мне все-таки повезло, я нашла дольку чеснока. Нужно снять с него эту шкурку, тогда он будет эффективней. Банда, нужно быстрее его обчистить. Все-таки мне повезло, и только одна отпала. Нужно быстрее его обчистить, и тогда он будет эффективнее, намного эффективнее. И тогда Сережа не сможет меня укусить. Я так рада, что нашла эту одну дольку. О боже, все-таки одна отпала. Мне повезло, намного повезло. Думала, мне уже ничего не спасет.